Сегодня мы научимся с вами играть известную песню «Ха-фа-на-на». Кстати, а вы знаете, что это не просто набор звуков, а реальная песня со смыслом? Итак, сейчас я ее играю, а вы следите по ноткам и смотрите смысл этой мелодии. Там будут написаны слова на русском. Разделим нашу мелодию на несколько этапов, чтобы выучить ее быстрее и сходу. Итак, этап первый. Играю только я. С чего же состоит наша мелодия? Она начинается от нотки до, и мы практически все время идем вниз. Сначала постепенно, а потом с маленьким скачком. До, до-до, си. И потом скачок через две вниз. И вниз на соседнюю. Еще раз. До-до. Теперь следующий мотив. Мы начинаем от соседней си. И снова двигаемся вниз постепенно, потом на скачок, от си, вниз, скачок опять же на эту ми, и возвращаемся на ля. Еще раз только я, от си, вернулись к ми и поднялись на ля. Давайте, после того, как вы разобрались, сыграем вместе, от до. Вернулись на ля. Второй этап. Играю только я. Начало похоже. Мы начинаем от до, спускаемся постепенно, потом со скачком. Прыгаем через две на ми. Но только поднимаемся на одну вправо. И теперь от нашей любимой ля. И вот этот большой скачок через три клавиши. Видите, мы идем вниз и возвращаемся на одну вправо. Итак, сначала от до. Прыгнули на нашу ми. И вернулись вправо на фа. От нашей ля. Скачок через три. Вниз и вернулись на до. Теперь сыграем вместе. Это наших первых два этапа. Эти два этапа — это куплет этой песни. Теперь разберем припев. Третий этап. Играю только я. Начинаем от ноты фа. Вот
и от нее идем вниз, соседнее ми, и спускаемся к до. Теперь это мы шли вниз, теперь будем идти наверх от ноты си. Видите, все постепенно. Сначала вниз спускаемся, потом наверх. Вместе. Четвертый этап. Играю только я. Наш четвертый этап начинается с нотки до. Сначала на ноте до, и потом прыгаем обратно на нашу фа. До, до, фа. И опять вниз. Вернулись на до. И снова такое небольшое опевание. Ре, 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 до, си, до. Теперь вместе с вами от ноты до. После того, как вы разобрались со всеми четырьмя этапами, чтобы повторить каждый из них, вы можете перейти к каждому из этапов в описании к этому видео. После того, как вы разобрались с каждым, поняли, что куда идет и как устроен куплет и припев, давайте сыграем вместе с вами. Вместе мы будем играть 2 раза куплет и 2 раза припев. Поехали! 3, 4. Известную мелодию со смыслом мы сегодня учились с вами играть. Учитесь вместе с нами и пишите в комментариях, насколько вам было удобно научиться по этому видео, какие ваши впечатления и какую следующую мелодию вы хотите научиться играть. Какая-то теоретическая база и теоретическая часть к этому видео и к другим нотам и видео можно найти в социальных сетях, например, в телеграм-канале «Все мы звезды». Ссылочка на телеграм-канал в описании к этому видео. Другие видеоуроки можно тоже найти либо на YouTube-канале, либо в социальных сетях, в тех, которые вам удобны. ВК, Телеграм, Фейсбук. Все, что нужно, в описании к этому видео. Переходите и до новых встреч!